Пять новеньких скорых припаркованы около детской поликлиники номер 2 в Ульяновске. Совсем скоро машины разъедутся по медучреждениям области. Одна машина отправится в Языково, другая в Сурскую больницу, где готовится к проведению капитального ремонта. Третья машина отправится в Ульяновскую районную больницу, а две оставшиеся останутся в Ульяновске. Эти автомобили класса Б для медицинских организаций уже поставляются. Класс Б предполагает полное оказание медицинской помощи пострадавшему. Машина оборудована по новейшему слову техники. В городских поликлиниках такие скорые исполняют функции оказания неотложной помощи. Средства на приобретение автомобилей выделены из резервного фонда председателя правительства Дмитрия Медведева. Кроме 5 карет скорой помощи, две районные больницы получат новенькие мобильные ФАПы. Автомобиль КАМАЗ, оснащенный специальным передвижным помещением для того, чтобы фельдшер, который едет в составе бригады, мог осматривать пациентов малонаселенных пунктов. Это те населенные пункты, где не предусмотрено стационарных фельдшерских пунктов. Передвижные ФАП отправятся в Меликесскую, Базарно-Сызганскую районные больницы. Машины приобретены за счет средств федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.